So in Shastra it has been told vividly, and that shloka he has just shloked Aranya Maharaj. Guru nasasyat, swajano nasasyat. Like this, a guru who cannot give Krishna bhakti, he is not guru. So we should not serve guru for only guru. We should try to serve a guru to have this service for Krishna and Radha and Mahaprabhu. Otherwise, he should be rejected. Вот Шипата Рани Махарадж описал качество истинного гуру. И он также процитировал эту знаменитую шлоку «Гурор насасьят, сваджано насасьят». Если человек не имеет качеств гуру, он не должен брать на себе великую ответственность, принимая учеников. Если такой так называемый гуру не имеет материальные желания и не испытывает любви к Кришне, то такой человек никогда не сможет привести вас к Богу. И поэтому... Если вы хотите трансцендентного бхакти к Радхе Кришне, то есть вы должны обрести трансцендентного гуру, который может даровать вам любовь и преданность к Кришне и занять все ваши чувства в преданном служении. You should clearly note down in your heart that any soul, any parikar of Krishna, that associates of Krishna, cannot descend, cannot fall down from Golok Vrindavan. Never and never. It is absurd. Кроме того, вы должны твердо уяснить себе, что вечный спутник Радхи Кришны никогда, никогда, никогда не упадет из духовного мира. Это невозможно. There is no example for this, that any jiva has fallen down from Golok Vrindavan or Vaikunth. Нет в шастрах ни одного примера того, что какое-либо живое существо могло упасть с Голоки Вриндавана или Вайкунтхи в этот материальный мир. I have read all the books of Śrīla Bhaktivedanta Swami. He has never wrote anything like this. He has cut all these arguments against this idea. Я прочитал все книги Абхайчарана Равинды Бхактивиданта с вами Прабхупады, и он отвергает эту идею. Он нигде не утверждает, что душа может упасть из Голоки Вриндавана в этот мир. So we should follow him directly and without any doubt. Мы должны строго следовать его наставлениям и не иметь никаких сомнений. Oh, he is my Шикшагуру. Он мой Шикшагуру. Oh, I want to follow his all orders, oh, top to bottom. He requested me at the time of his departure in at last date that you should help my devotees, my disciples. You should give my samadhi by your own hand, and always you should help my all disciples. I gave that samadhi, and especially I've come to my tour is only to obey his order and to help the devotees for nothing gain. И Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, мой шикшагуру, и поэтому я исполняю все его указания с великой верой и преданностью. Перед самым своим уходом он попросил меня положить его трансцендентное тело в самадхи. Он попросил, чтобы я сделал это своими собственными руками. И также он попросил меня, чтобы я помогал всем его ученикам и последователям. И поэтому я езжу по всему миру только для того, чтобы исполнить его приказ и подчиняясь его воле. Я приезжаю сюда и проповедую не для того, чтобы обрести какое-то личное благо или из каких-то корыстных побуждений. So Araddho Bhagavan Braja Satanaya. Oh, the son of Nanda Baba and Yashoda, having peak feather, with float, always situated in Brajamandal, Braja, Vrindavan, dancing with gopis and all others. Oh, he is our supreme worshipable deity. Радья Бхагаван Враджеша Танаяс. Наше божество, которому мы поклоняемся, это Кришна во Вриндаване, который играет на флейте, и чья голова украшена павлиньим пером, который является возлюбленным гопи Вриндавана.
это является высшей формой Кришны, и это является высшей формой, которой мы поклоняемся. One may ask that, what should we do? What should our behavior towards the manifestations of Krishna, like Jagannath, Baldev, Subhadra, Ramachandra ji, Nisinghadev and others? Because Swamiji has established Rath Yatra of Jagannath, Baldev, Subhadra. He has established Ram, Sita, Lakshman and Hanuman in his temples. Also here and there he has established Nisinghadev. What should we do with all these things? We should reject or what do? И кто-то может сказать, а каково должно быть наше отношение к другим формам? Если Кришна наш Арадья Бхагаван, то как нам относиться к Джаганнатхе Баладеве Субхадре? Ведь Бхактивиданта Свами Махарадж устраивал Радхаятры в разных городах мира. Каким образом нам относиться к этим формам Господа, а также к Ситараме, Лакшману, Хануману, Инрисимхадеву, который устанавливал Бхактивиданта Свами Махарадж? Каковы должны быть наши взаимоотношения с ними? Должны ли мы их отвергнуть, или мы должны им как-то поклоняться? Oh, we should honor all. All the manifestations of Krishna, we should honor. Don't do it. Мы должны выражать почтение всем формам Кришны, всем его проявлениям. For beginners, it is essential to serve Jagannath, Baldev, Subhadra, Ramachandra ji, Nisingha ji, even Kalki, Baman, Barah, Matsa, Kurma and all. Для начинающего преданного необходимо поклоняться всем формам Кришны, Нрисимхи, Матси, Курме, Варахи и так далее, всем формам Кришны. But we should be one-pointed in this very Krishna son of Nanda Baba Yashoda and the Radha Kant, Radhanath in Vrindavan. Но наше сердце должно быть полностью отдано одной форме. Это Кришне во Вриндаване, сыну Нанды Махараджи Ишоды, который является Радханатхом и Радхакантой. So we should follow Rupa Goswami. What Chaitanya Mahaprabhu told to him, Sarup Damodar, Rai Ramananda, all. They have not worshipped all these things, but they have given some honor for beginners. Мы должны следовать по стопам Шрилы Рупы Госвами и следовать тому учению, которое дал ему Шри Чайтанья Махапрабху. Сам он и Рай Рамананда, Сваруп Дамодар Госвами, все их учение и вся их духовная практика состояла в том, что они не поклонялись специально всем этим формам, но тем не менее поклонение этим формам рекомендуется для начинающих преданных. So supreme worshipable deity is Брджендранандан, Шьяма Сундар, Радха Канта, Радханат, Радхараман. Итак, нашей высшей формой, которой мы поклоняемся, является Брджендранандан, Шьяма Сундара, Радха Канта, Радханатха, Радхараман. This Krishna never goes out of Vrindavan, never leaves. Этот Кришна никогда не уходит из Вриндавана. So Vrindavan is also worshipable like Krishna himself. Поэтому Вриндаван такой же объект поклонения для нас, как сам Кришна. Then Chaitanya Mahaprabhu tells, what? Ramya kachyut upasana bajubadu bargena jal kalpita. Oh, to serve Krishna, this very Krishna. What is the process which should we adopt? Only the highest class of process, highest class of devotion, followed by gopi, adapted gopi, is the highest kinds of all aradhana, worship. Итак, Чайтанья Махапрабху говорит, какой же самый совершенный метод поклонения этому Враджендранандану Шьяма Сундаре? Рамья качит упасана враджаваду варгейнава калпита. Из всех форм преданного служения самым совершенным является то служение, то поклонение, которое совершали враджаваду гопи Вриндавана.